Ребята, тема сегодняшнего нашего урока – линейное уравнение с двумя переменными. Цель обучения – знать определение линейного уравнения с двумя переменными и его свойства. Давайте рассмотрим такую реальную ситуацию. Мастер и ученик вместе изготовили на заказ 400 деталей. Причем мастер работает 3 дня, а ученик – 2 дня. Сколько деталей изготовит каждый? Составим алгебраическую модель данной ситуации. Пусть мастер изготавливает за один день x деталей, а ученик y деталей. Тогда мастер за 3 дня изготовит 3x деталей, а ученик за 2 дня 2y. Вместе они изготовят 3x плюс 2y деталей. Так как по условию всего изготовлено 400 деталей, то получим уравнение 3x плюс 2y равно 400. Полученное уравнение называют линейным уравнением с двумя переменными. Здесь нам надо найти пару чисел x и y, при которых уравнение примет вид верного числового равенства. Для нахождения решения вместо x нужно подставлять разные числа. Допустим, если x равен 90, то получим уравнение вида. 3 умножить на 90 плюс 2y равно 400. 270 плюс 2y равно 400. Из этого уравнения модель y и решена. В результате подстановки в уравнение 3x плюс 2y равно 400 вместо x некоторого числа получим соответствующее значение y. То есть в данном случае y равен 65. Поскольку в таких уравнениях переменных 2, поэтому решением уравнения с двумя переменами является не одна, а два числа, которые принято записывать в против скобках. Причем число, которое подставляем в уравнение вместо x, пишем на первом месте, а вместо y на втором. Необходимо отметить, что если рассматривать уравнение применительно данную реальную ситуацию, то будут существовать пары чисел, которые являются решением данного уравнения, но не будут являться решением задачи. Например, пара чисел x равен 90, а y минус 100, они являются решением уравнения, но ученик не может сделать минус 100 деталей. А поэтому такая пара чисел ответа на эту задачу быть не может. Таким образом, в каждой конкретной реальной ситуации необходимо разумно подходить к подбору формул уравнения. Давайте подведем первые итоги. Линейным уравнением с двумя переменными называется уравнение вида ax плюс by равно c, где x, y переменные, а a, b, c некоторые числа. Решением линейного уравнения с двумя переменными называется такая пара чисел, при постановке которых вместо x, y в уравнении получается верное числовое равенство. Уравнением с двумя переменными называется равносильным, если все решения одного уравнения равны решению другого. Например, 2х плюс 3y равно минус 7х плюс 8y равно сильным уравнению 2х плюс 7х равно 8y минус 3y. Или 9х минус 4y равно 0. Уравнение с двумя переменными обладает такими же свойствами, как и уравнение с одной переменной. Если в уравнении перевести слагаемое из одной части в другую, изменить его так, то получится уравнение равносильным данным. И если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же отличное от нуля число, то получится уравнение равносильным данным. А сейчас вам необходимо ответить на вопросы. Первый вопрос. Что называется решением уравнения с двумя переменными? Второй вопрос. Является ли пара чисел 4, 1 решением уравнения x минус 2y равно 2? И третий вопрос. Какие уравнения с двумя переменными называются равно
Следующее задание вам необходимо выполнить письменно. То есть, какие из пары чисел 2, 2, 1, 3, 1, 3, 50 и 4 минус 1 являются решением уравнения 3х плюс 2у равен 10. Дескриптор к этому заданию обучающийся проверяет, что пара чисел является решением линейного уравнения с двумя переменами. Выполняет действие с числом и выбирает пару чисел, являющиеся решением уравнения. В следующем задании вам необходимо выразить y через x в уравнениях и найти два каких-нибудь решения уравнения. В задании номер 3 вам необходимо назвать коэффициенты а, b и c линейных уравнений. Домашнее задание. Домой вам будет необходимо выполнить рабочий лист, который был взят из платформы Blim.Online. Спасибо за внимание.